Ну чё, начинаем? Второй раунд. Мясник, мясник против всех. Это, давай мы ходим с Саней за мясником, а пацаны на меду чисто стоим, а пацаны вверху и внизу экспу получают. Давай, я стою. А мы тупо за мясником бегаем, а он мутит тем. Чисто эти, пэты мясника. Тупо в хил, берите все в хил, варды, не варды, вообще без разницы. Тупо хил. Ну да, со мной вот Лилишка и этот, Малфурион, либо Рыгар и Малфурион. Хотя нет, пусть Рыгар лучше на лайне стоит, да? А ты прикинь, 5 хиллеров против 5 хиллеров, это все. Это чисто скилл, пацаны. Не, почему? Кто по ассисту работает лучше, тот выиграет. У меня еще чай остался. Я такую хорошую штуку вкачал. Ну, что, когда... Ой, против нас классика. Да, это, конечно, хорошо, у меня нету такой. Когда там есть метка стрелка. 12. Так, я на топ пойду. Что, мы бегаем тупо за Егоркой. А так, холопы, за мной. Сейчас будем божить. Я просто иду под башню, ребят. Вы поняли, да? Я просто иду в башню, врываюсь и все. И мне ничего не надо. Ты вот так не борзе пока. Все, если я умру, значит, это вы виноваты. Вы говно хилеры. Мне низ идти? Ну да, соответственно, низ. Нормально. Ой, вот тут. Так, стой. На ком? На Валли? На Валли, ну она хорошо зашла. Эх. Отхожу. Что, у меня тут... Ай, вот эти прокасты вот сейчас мне, короче, будут дико мешать. Ой-ой-ой-ой. Что, будем шанить? Так, мы что, мы еще в лоу приморить-то или нет? Да. Еще одну. Так, хил меня там. Хил. Я очкую. Ой-ой-ой, какая жесть. Ой-ой-ой-ой. Да блин, меня бесит этот... Кильтас. Это жесть. Нам нужно 5 человек здесь. Валу пошел. Ой, в Лилишку влил. Что это было вообще? Маны нету. За назад. Бэк. Я на базу. Что улетает куда-то не туда? СС вот, да, вон сюда там у тебя был, мне кажется, СС. Они там в 4 стоят. Она, наверное, пошла собирать, сдавать кристальчики. Может, убьем кого-нибудь? Не-не-не, она на мид пришла. Ну, на Лилиху можно, в принципе, у нее отхил слабенький. Не уйдет далеко. Давай, не, подожди, сейчас подойдет поближе в следующий раз. Я ее сразу влечу. Собьем этого чела с коня. А, Лилиха отхилялась на фонтане. Не знаю, Джоанна фокусить как-то бессмысленно. Почему? Ну она проседает, смотри. Ну это да. Вот Келя бы забрать на вот так вот. У него, в принципе, хп-то там на 2000. Попробую в Келя влететь, ребят. Эх, влетел. Ты чё, влетел на пол хп, я ему летел. Сейчас я могу баться влезть. Да далеко там, блин, эти. Если бы не в стенки эти. Я просто врежусь в стенку и все. Вот сейчас можно, вот смотрите, он подходит. Для кого, в смысле? Понятно. Стой, 6 секунд мне вард. Валу, есть. Супер мега класс. Сверху собирайте, чтобы манда. Я чё-то залагал. Кто слился? Это как? Я. Фидак вообще. Ну, фидер. Тупой. Ну. Чем катку заруиню? Иди внизу экспу получать.
Так, я хочу сдать, наверное, эти и... штучки. Как вы на это смотрите? А, я 10 ну, этих кристаллов. У меня 18 штук. Это кристалл называется. Спасибо, спасибо, Резолюшн. Маны, у меня мы ж не знали базу. Без тебя. Я так и думал. Я на базу. А что, поехали или что? Не будем? Кого будем-то? Кого трогаем? Валу или Лили? Не знаю. Валу, короче, я не знаю. Они так безнаказанно стоят, как будто им вообще ничего не будет. А мне не смотрите, у меня хп-то просело вообще, ребят. Я пошел к фонтану, ну вас на. Ой, не к фонтану, к этой штучке. Сейчас приду. Вот так вот. Колодец. Я Джану открыл. Нет, это штучка я называю. Слушай, это не приставай ко мне. Пошли сольем. Бара, сдадим. Я в Джану улетел. Ай да я. Ой. Манцы нет, их тут пятеро. А, так, нет, Джоанна почти просела. Нет, Джоанну хилит дико. Рывок могу, на кого, на кого? Вот, ну, на этого. Ладно, сдаю. Я тоже сдаю. Как-то мимо он пролетел, этот ураганчик у него. Так, чё, кого мы делаем? Кто мне дал хп, я же без маны. Чё мы делаем, так. Ну-ка. Блин, надо было вот валу влетать. Чё наша фура молчит? Мана. Просто фармить, пацаны, а мы это не можем. Я на базу. Вы чё молчать? Вы чё говорить? Эй, мясник, ты один тут умирает без вас. Не хитьмо, осторожно. Нам нужен вал. Ой-ой-ой-ой-ой! Это просто дикость какая-то, ребят. Ну у них способность плюс одна, вот теперь у нас. Нам сдать-то, кстати, 5 кристаллов. Тиранда, сдать кристаллы свои. Да они сейчас меня тут все накроют. Я думаю. Не, нормально все будет. Ой, я уже пришел и опять забыл, короче, где я стою. Ой, задамажи. Там, короче, там всякие песни. Приятно. В Лилиху пошел. Ну правильно, сейчас ее убьем. Все, минус, мочим остальных. Нет. Там ну, хорошо, просили. Давайте сейчас забирать все форты, все нестем под этих чуваков сразу. Я несу, вы меня хилите там только нормально. Чёрт, не забор, если бы не этот забор. Я бы это нафигачил бы ей. А, ну все. 7 секунд до влета. Так, чё там? Там, блин, это... Не хочу в танк влетать, вот не хочу в танк влетать. Вот, хочу в валу влетать. Я бегу. Я тут их супер собирал. Так... Отлично. Вот этого давай. Кого? Давайте что-нибудь сломаем. Опять форт вот наверху. Ой, сломаем башню. Давайте вверх башню сломаем. Вернитесь, уйдите оттуда. Давай. Или Лиху сейчас вынесут. Лихи сейчас ГГ будет. Помогите там. Да. Давайте отойдем и сломаем вверх. Прям пуш, похуй. К ним меня. Корни встали, пошел, влетаю в валу, мочим ее, но нету валы. Ульт, ульт, точно. Я готов ловить, кого-нибудь. Келя будет ловить. А нет, эту поймал. Ой, хорош. Загуляла девка. Манцы нет. Вот здесь кто-нибудь чел, чтобы манцу восстанавливать. Да. Сейчас восстановлю, я могу иногда. Я по КД ее кидаю. Опять вала пришла, опять вала хочет умирать. Ой, хп, ребят, я отхожу и просел. Я к колодцу, и давайте дефить немножко, дефить надо. Ну, Резоль, ну ты куда? Так, ну, что там? Ой, ё-моё. Под башней заходит просто и все.
А что тут вал... Не, ну вал, вал хороший, вал, вал жирный. Да у него вроде маны не было. Ну не, у него кривец. Ну да, хватило. Эй, нам так-то низ пронесли дико, там, смотрите, что творится. Давайте вон в эту, в Сильвану летать. Да, это мне очень. В Сильвану надо. Пошел в Сильвану. Долетай. Ух ты ж, чёрт. Поймал ее. А, поймал Сильвану. Сильвана одну оставили, вот не вот. Ушла, все. Все, ну, смотри, как принесли. Ну, смотри, сколько стрела, надо, может, подефить немножко? Как вы считаете, чтобы не забрали эти штуки? Все нормально. Еще вверх пронесли, блин. Там-то тоже сам зоопарк. Нет. Так-то 5 хилов было, удачнее, удачнее. Пойдем на мид, пойдем на мид. Давай, у меня... Надо сдать кристаллы, нам надо сдать с кристаллом мне или Лихе сдать кристаллы. Надо. Или что? Кого догоняют? Любого вообще. Ну давай, давай, потом кушай, тупо кушай. Сдавай его. Да, сейчас иду. Вон валь навалять сначала, а потом буду сдавать. Ждите меня, я вар дам, который замедляет. Так, нет, стоп. Все, я сдам, я сдам, я сдам, я сдам. Прикройте меня, я сдам. Замедляет? Да, сдал, отлично. Кого? Я не хочу Джоанну. Только не Джоанну. Ну я в эту, в Лилиху, короче, пошел. Лихо под ультой, ладно. Можно Джоанну, пока она тупит. Станчик, мини-станчик. Эх, неудержимость дали. Манцы нет, ребят, я отошу. Отхожу. О, вот это... Вот это ГГВП. Забери, забери, Бара! Забери кристаллы! Так, я чьи-то, я чьи-то забрал, короче, ладно. У меня 25 есть. Егор, ты не сдал кристаллы. Я свои сдал, блин. Нет. Я сдал свои кристаллы, я подобрал чьи-то. У нас как было 21, так осталось 21. Это я их сдал 21. Ты не успел. Не успел сдать? Вы гоните, что ли? Ты не успел. Да вы еще не успели. У тебя был 21, сейчас 28. Да. Ты не успел. Го сдавать. Это вроде Леша сдал. Сдаю. Еще все равно не хватит. Ребят, не хватит. У нее босса взяли. Резольт, давай, давай. Меня сейчас цепят тут. А, ну да. Наверх, смотрите, что творится. Ну я тогда наверх. Проходите сюда, наверх, все, наверх, ребят, ребят, помогайте, здесь сейчас жесть будет твориться. Сейчас я сдам. Жесть-то какая. А, чё же вы все умираете-то? Отходите, 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 отходите. Лиха ульта сейчас пройдет и будет можно влетать. Вал уберем. Можешь откинуться? Ой, повезло так. Рейгару. Чё, будем влетать кого-нибудь? Келя, вон, внизу Келя один. Так я чё, просто так корни кидаю, что ли? Ну ты кричи тогда, мы ж не знаем, чё ты там кидаешь. У меня баба спит уже. Поймал Келя, забрали Келя. Готов в валу влетать, в принципе. Поехали? Да, давай. Давай, влетай. Вот тут Жанна еще. Влетаю в валу. Пошел. Прервал ульту. Блин, кинул криво. Ну, ударьте по ней, отлично. Так, Лилиху или эту? 3 секунды. Лилиху. Лилиху. Жанна вообще на нет, не Жанна, там еще Сильвана есть. У Сильвана, блин, тоже. Лилиху пошел. Такое. Ну, ну и что? Ну, корни зашли, о, бейте, мата. Бейте. Отхожу. Блин, как у нее быстро отхилилась-то эта шняга. А что, меня прерывает? Да, смотрите, я первым кидаю, она прерывает ей. Готов снова лететь. Летаем? Погнали. В Келя, в Келя пошел. В
И меня застанет. Да так накрывают, это просто. Жесть. Уходим. Мы толпой стоим, они нас на уж ешками накрывают. Ну да. Так, что, я на развороте готов летать в кого-нибудь? Не знаю. У меня все есть. У нас никакого маны нет. Давайте по лагерям надо как-то обойдем здесь, и кель где-то на лагере стоит, здесь. Вот, видите, кель на прокастах стоит. Кель, лихо, все трое... Блин, не все здесь. Я очкую. Давайте сюда влететь их на них. Поздно. Ну, залетай. Ну чё, а я один против всех залетать? Да нет, мы похилим. Влетаю в эту, в валу. Пошёл, на, врезал ей. Станчик. Ловлю. Валу поймал. Бьём валу. Валу ушла. Ушла! Ты что за чушь-то? Вот. Отлично, ульта, так, под ультой забираем ещё кого? Белиху. Ой, блин, меня дико бьют, ребят. Это жесть. Я ухожу, но меня не уйду. Нет, это жесть. Где там мои хиллеры за мясником, которые должны бегать? Ни одного. Форты нести надо. Центр, надо низ. Хиллеров попробовать еще раз. Да, вон, видишь, мол, Фурион хилит, а Тиранда не хилит. Тиранда дамажит. Не, ну сейчас после 16-го будет проще намного. У меня сейчас будет очень большая скорость атаки. Сейчас, в принципе, попробовать можно будет. Короче, Саня, только тупо в Егора хилит. Не надо никого такого больше. Хорошо. Вообще дамага дохуя. Ну, на кого? Я стою, подождите пока. Подождите, я далеко был, блин. На кого? Что вы тут вообще собрались делать? Тут еще ульта, она по нам сало прошло. Вы что гоните вообще? Все понятно. Разошлись. Да не все такие жирные твари, я даже не знаю, в кого мне влететь. Нет, ты видишь, мы тебя все ждем, у нас дамага нету. А ты где-то лазишь. Так, ну я все-таки не могу один. Да. Поймал Лилиху. Бьем Лилиху. Да боже, у них какой-то дикий контроль повсюду. ОУЕ, вот контроль. И посмотрите, меня просто разбирают за секунду. Нереально. Вы там вашего хила не хватает на одного мясника. Просто не хватает. Ну что, сможете задефать? 30 секунд. Нет. Ну да, на 3 ЛВК обгон. Да без Макси уже все остались. Сильвана дамажит сильно. Сильвану надо забрать. Выйти, Сильвану быстро. Так, все, камбэк. 60 секунд просто, можно нести. Это, еще осторожно в этой штучке. В этой штучке осторожно. Ребят, боты, блин. Все. Давайте уже нормально сыграем.